Спасибо вам, всегда хочу сказать. Всегда вы доброжелательно отнеслись к нашей проблеме. Высказаться далее. Очень большое, правильно сказали. Для меня прям высказался. Здравствуйте. Как у вас дела? Нормально, видишь, юный блогер. Но я тут немножко задержусь. Ага, задержусь с юными, как можно сказать, поклонниками или... Да. С юными поклонниками задержусь. Поутарим, да? Да. Ну что? Как тут? Доброго здоровья. Ну, дела нормально. Чтобы больше подписчиков было, больше там. Да. Ну. А у меня подписчик только один. Я, наверное, это да? Мой друг. Ну, кто-то из вас спрашивал тогда насчет подписчика. Я подписался. Вот. Дело такое, народ, видите, капризный. Что-то, и никому не нравится, как ты снимаешь видео. Что-то надо им такое, сякое, какое-то это. Какое-то смешное. И как-то все как в трубу. Вот я делал чуть ли не по 3 видео в день. Вот, и все там так, знаете, глотали, а потом думаю, ну что я тут? Это все-таки время, так же. Одно дело, вот я вас снял там, ну что, я снял вас. А другое? И все. А другое дело, над компьютером ты сидишь, ты должен это как-то смонтировать, если что-то интересно. Это уже время. И получается, что... А я просто показывал видео. Ну да, всем что-то там такое, видите, надо что-то такое. Уже всем неинтересно, разные там реакции, которые... Реакции набирают больше подписчиков, это уже странно. Вот когда ты делаешь свое видео, там ничего не происходит. Некоторые люди просто пытаются сделать реакцию на реакцию. Но все равно получается у них как. Ну, все бывает. 1000 человек на одну и те же тему пишут, у двух получается что-то такое. То же самое. А у других нет. И тоже интересный феномен. Вот. Так что бросать я не собираюсь, потихонечку работаю. Там у меня ж можно с канала сразу на библиотеку перейти. На библиотеку там почитать что-то. Вот. И читать особо тоже не хотят. Я уже диктую книгу. Вот, чтоб уже слушали там одну. Посмотрим, что там выйдет. То есть, и мне вот. Трачу в день примерно по часу с лишним. Это начитываю книгу. Беру планшет, ну там можете зайти посмотреть. Сажусь, микрофон. И там, а потом же надо. Я сейчас еще это не делаю, там вроде как знакомые мне помогают. Мне понравилось видео, когда вы показывали, как тренироваться с гантелями. Как тренироваться с гантелями? Ну да, с штангой. Ну, с гантелями хорошо. Вот видите, я, смотрите, вот стою, вот многие люди ходят и с палками там. Так называемая скандинавская ходьба. Вот. А я говорю, а я придумал вот казачий ход. Идешь здесь с эспандером, легче. В смысле, палки там не надо нести. Но нагрузка, когда ты сжимаешь, она больше, нежели ты эту палку передвигаешь. Начиная от кисти и кончая плечом. Тоже... Как-то это так, сяк, пятое, десятое. Вот, а вообще-то я, если рассказать вам о своей тренировке. Вы же тут как спортсмены, да? На это ходите? Гребете или и как? Или на греблю. Да, на греблю. Волгодонка, четырехлуд. А я начал заниматься, лет где-то в 14 потихоньку. С гантелями, потом перешел на штангу, вот, попал в спортроту, выполнил норму мастера спорта, был спортсменом-профессионалом. Это все тоже у меня на ютубе есть. А, ну, спросить. Так вот, что я много поднимал. Надо спросить. Вот, так как я начинающий блогер, вот, объясните, как вставлять картинки или слова в видео, чтобы было понятно. Вот, ну, как некоторые ютуберы делают. Там типа... в монтажере там все есть, там можно вот это найти.
Но смотри, как тебя зовут? Балуев Саша. Балуев Саша, да. А тебя? Мне уж Ваня. Ваня, тебя? Паша. Паша. А меня Генка. Будем так, да. Дело в том, да, я тут, потому что уже народ, все равно Петрович, ты там не Петрович, блаженный гений. Смотрите, это все, конечно, делается в программе. Программы разные, то есть программы для монтажа. Я работаю, такая программа, она профессиональная, Final Cut. Вот, там легко и просто. Ты, допустим, сфотографировал что-то, и потом эту фотографию просто-напросто перетянул и на эту ленту положил. На ленту положил, и дальше ты ее масштабируешь. Больше, меньше, меньше, больше. А я не знаю, что там у вас, как они говорят, за редактор. В зависимости от того, какой редактор, там он что там может делать, что-то он не может делать. Меня вот, вообще ничего не может. Ничего не может, да? Ну, только то, что слово одно вставить, и все видео. Вот я сейчас снимаю вас на эту камеру. Что считаешь нужным говорить? Подписывайтесь на этот канал, он очень хороший. Вот нажимайте именно сюда, на вот эту кнопку подписку. И я даже не знаю, что придумать. Так что... Ну, у тебя какой канал, чтобы я твой канал прорекламировал? Мой канал Саша Балуев. Там есть некоторые видео, которые некоторые реакции, а некоторые... Мое первое видео, там, где я снимался с моим лучшим другом Ваней, но он стеснялся, это... Он не успел так посмотреть, но подписывайтесь, я очень рад новым подписчикам, хоть так, меня их только один. Вот. Реакцию снимай. Нет. Так это какое-то видео у тебя, или это такая заставка видео? Нет, это мои видео. Нет, ну это уже у тебя же заставка как видео. Да так. Нет, ну да. Это уже заставка. Да, вот, мои видео, это их всего тут пару штучек. Пять штук. Пару штучек, ну надо вообще-то делать. Ну, я делаю, я решил. Я могу сейчас еще свой канал показать, так. Ну, давай свой канал покажи. Смешай. Только я там еще хоть так, ваше видео. Все? Вот. Только я там заставку, она у меня, я ее еще там менять буду. Сколько лайков покажи? Лайков, балалайков. Так, а мой канал. Это ты сделал? Нет. Блин. Дал. Все? Да. Тушим? Ага. Да. Да, вот. Вот тут ютубер, вот он. Ага. 17 миллионов просмотров. Это А4, который... И еще 21 миллион подписчиков. Ну и вот о чем он там это рассказывает? Он не рассказывает, он делает некоторые реакции. А точнее, ну, как это понять, реакция? То ну, есть... короче, он снимается в некоторых видео, которые с своими друзьями, которые... Скрип. Он снимает некоторые видео с друзьями, вот. Которые... Угу. Которые, типа, челлендж и некоторые видео. Угу. Один был челлендж, когда они... А что такое челлендж? Ну, челлендж, там, типа, не это, типа, задание, которое надо выполнить. Типа. А, задание ну, выполнить. Да, ну, это типа, достаешь из горшка. Проведи 100 часов на заброшке, проведи 100 часов. Каких-то. Не 100 часов, а 24 часа. 24 часа. 100 часов. Ну, 24. Ну, кому-то это интересно, это, да? Кому-то это интересно, кому-то это не интересно. Ясно, и смотрит его взахлеб, да? Дело в том, что аудитория ж разная, есть вот взрослые люди, такие как я, им что-то интересно другое. Таким, как вы, что-то там, допустим, это. Есть же рыбаки, которые рыбалку смотрят, охотники охоту. Машинки, велосипеды и так далее. Или просто похохмить. Есть еще канал Кови, который... У него есть канал, есть еще в Майнкрафте есть. Сервер, это игра Майнкрафт, да? Да. Есть еще у него есть сервер Бананакрафт. Там можно играть сколько угодно, можно строить дома, уничтожать свои дома. Там много чего. Там это игра, да? Угодно, да? Да, это игра. Вот. И там разыгрываются новые вещи, iPhone X, например, и другие разные там штуки. Не iPhone X.
там iPhone 11. Да. Можно, там можно зарабатывать деньги на постройке, как я понял, в Майнкрафте. Да. Только не на этом сайте уже. Не на Майнкрафте. Все. Я не помню, что дальше. Можете сами себя поснимать. Вот она сейчас работает, камера. Она работает? Можешь себя поснимать. Да, себя снимать. Вот она горит, вот эта кнопочка. Да, горит. Вот, все горит. Там три кнопочки, я сделал, чтобы одна горела. Видео включите. Привет подписчикам. Привет, и можете передать еще. Все. Я сегодня вот приду, размещу на канале, можете смотреть. Что хотите, то и... Короче, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал Саша Балуев. Ну, вы, конечно, уже видели это. Наверное. Пожалуйста. Подпишись, пожалуйста. Я просто уже устал записывать разные видео, но никто не подписывается. Подпишитесь, пожалуйста. И на него тоже. Он тоже не любит, когда кто-то на него не подписывается. Он уже обижен тем, что никто не подписывается. Вот. Держите. Будешь снимать? Нет, у меня. Будешь снимать? Нет. Будешь снимать? Да нет. А у вас завтра какой... тут будете? Ну да, я хожу. А вас хожу. Сколько? А какой у вас канал? Канал называется Малахов. Малахов Геннадий. А там вон, можете зайти и посмотреть. У меня где-то уже, наверное, за 2500 считаешь нужным. На, бери. Вот так, на себя. Желательно? Ну, я считаю, для того, чтобы быть популярным, не главное, чтобы кто-то там подписывался или ставил лайки. Просто главное жить своей жизнью и не оглядываться назад. Если ты сделал там ошибку, просто сделай ее заново и продолжай жить дальше. Даже если у тебя плохая жизнь, просто иди дальше, не обращай внимания на то, что тебя там обзывают. И не плакай, когда тебя кто-то материт. Вот так-то. Ты ничего не добавишь? Не плачь. Да, что мне еще добавить? Не плачь, не грусти.